Всем привет, с вами Лев, и я хочу сегодня попробовать сделать экспериментальное видео, типа наездки будет, то есть, ну, не со стрима, а просто наездки с того, что я снимал, что я наснял, да, снял я 4 мини-игры, где-то много, где-то мало, и получилась какая-то каша, то есть я поначалу не хотел этого делать, я хотел сделать целое видео, а потом я понял, когда получилась всякая каша, понял то, что можно сделать наездку, потому что в итоге оно бы так бы и получилось бы. Серьезно? Ты не верил? Да, я думаю то, что это видео получится интересным, я как бы еще монтаж не начинал его, сейчас буду, наверное, начинать как раз. В принципе, приятного просмотра и как бы не знаю, что получится вообще. Пишите в комментариях, понравилось или нет, да, там наберем, например, 10 лайков и так далее, типа, если понравится там, или комментарии напишите, те, я не знаю. Все, давайте начинать. Погнали. Я его сейчас размажу. Смотрите, проверяй. Сейчас крутой ПВПшек за 30 секунд всех валит. Так, это типа... Ты чё крутишься как ненормальный? Точнее, я и про себя, и про него говорю. На! На! Уйди! Уйди, нечистая сила! Уйди! Свали отсюда! Так, тихо, быстренько зельки. Ёпта! Ой. Мама пришла. Ты что такое дикое? Опасный чувак. Чего они так быстро убивают-то? Свали отсюда. Не умеешь ПВП-хаться, ну и не надо. Ты же только какие-то читы скачал. У меня школьник какой-то 1.8 свои вот эти. Читы свои 1.8 какие-то ваши эти. Ой-ой-ой-ой, меня с двух сторон окружают. Это нападение, эти самые, это наемники, это убийцы наемные. Они им заплатили. Им заплатили, нет, бежим. Офигеть, ё-моё. Мне даже жарко стало. Итак, сейчас... Я буду всех валить, наверное. Ну, не наверное, 100%, да, как в прошлый раз, как в 2018 году перед Новым годом. Это что такое? Ты что, яму прокопал уже? Давай драться. Да не-не-не-не-не, давай. Ну, чувак, ну ты куда бежишь? Ну, давай драться. Давай буду вот так бить тебе по 1.8. По 1.8, да. Раз ты не умеешь. Да, у меня явно не умеет. Я буду кликать супер сильно, чтобы, типа... Типа, это правильное ПВП, да-да-да. Конечно. Если честно, я думаю, то, что ты, чувак, просто поддался мне, да? Ну, сразу понял то, что это я, да, по моему нику узнал. Итак, вот моя банда. Из 3 собак. О, он уже идет на меня. На. Собаки, валите его. Ай, кусает собака. А он от собак убегает. Давайте, грызите его, пацаны. Грызите. Видите, он, кстати, тоже волк по спину. Быстренько убегаем от него. Блин, нет, у меня сейчас реально вольнет. Ну, потому что... Не потому что я плохо ПВП-хусь. Так надо покормить ее. А что она меня кусает? Я что, покормил чужую собаку, что ли? Я чужую собаку покормил. Вы что, издеваетесь? Так, все, иди сюда. На. Надо их кормить. Собак кормим. На. Великая битва. Меня валят, меня кусают меня собаки кусают. О, нет. Нет, бей собаки. Ой. Лук не работает, это читы долбанные. Так, алмазки. Вот с алмазником сейчас давайте. Фу, иди сюда. Давай. А что так легко? А, понятно, все ясно. Я его сейчас размажу. Смотрите, проверяй. Сейчас крутой ПВПшек за 30 секунд всех валит. Но это не точно. Так, это типа... Ты чё крутишься как ненормальный? Точнее, я и про себя, и про него говорю. Потому что немножечко я его не понимаю. Давайте. Опа. А я ему никаких шансов. Я его просто валю на изи. Ой, больше... Я так странно говорю это. А! Собака напала! Я зашел это самое в такое место, где можно даже тимиться с чуваками, да? И тут типа банда будет всякая... Ну нахер. О, ёпта, они стимились. Не, ну. Нет. Ты отстань от меня. Блин. Сейчас мы всех будем валить. Прям жестко. Прям как можем. Вот это, кстати, очень красиво. Ты что напал? Иди отсюда. Ты что, сволочь? Вали отсюда, ёпта.
свали отсюда. Не умеешь ппхаться, ну и не надо. Ты даже что, какие-то читы скачал? У меня школьник какой-то 1.8 свои вот эти. Читы свои 1.8 какие-то ваши эти. Тебе надо отбегать от него, он меня за 100 блоков, все. Он спалился, у меня видео, это самое, репортаж. Все быстренько, на первом канале быстрее бежим отсюда от него. Выйди отсюда! Выйди отсюда, разбийник ты. Из этой игры, собака. А, нет, нет, чувак, помогай! Это что за... Не-не-не-не-не, а что за охота на меня? Вы чё? Да не, пацаны. На самом деле, я не крутой ппшек. Я вот умный. Пиздец. Давайте мы дружить будем, пацаны, ну не надо. Ну это чё за... Это неправильно, это два на одного просто чё-то... Это чё? У него скорость нет! Беги! Меня уже валит ещё кто-то. Тащи. Так, всё, ты меня задолбал. На. Бежи! Бежи! Спасибо за то, что толкаете меня. Мне очень приятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня с двух сторон окружают. Это напади... Это... Эти самые... Это наёмники. Это убийцы наёмные. Они им заплатили. Им заплатили. Нет, бежим. Блин, это реально, это было нападение просто, это запланированное нападение было на меня, на самом деле. Аж лагать начало. Так, подожди, это не они, это они меня просто по одному удару сделали, я их уже узнаю по лицам, это твари. Подожди, ты собака, отойдите, пацаны. Сейчас я его... Наемники опять меня! Наемники эти, они меня нашли, они за мной охотятся опять, нет, уйди отсюда, собака, уйди, все методы, уйди, пацаны, спасайте, извини, Стив, что я по тебе попадаю, я не тебе хочу, уйдите от меня, пожалуйста, да вы что, меня все бьете, слушайте, ребят, это охота, это, короче, подстава, да вы, это незаконно! Это незаконно! Выйди! Уйди! Что происходит просто здесь, в этом мире, я не понимаю. Так, слышишь ты? Иди сюда. Я тебя сейчас вальну, понял? Я помню то, что ты нападал. Иди сюда. Время расплачиваться за кредит. Иди сюда. Давай. Давай, один на один, честное ПП, только там сзади какой-то хер стоит. И пытается, и караулит. Ты чё открутишься так? У тебя чё за мышка такая? Ой, ёпта. Да он задом убил меня, это всё провокация. Так, ну он вроде нормальный. Так, здрасте, я мимо проехать просто. Ну он, кстати, тоже обошёл нормально. Не, я знаю то, что ты чувак, по-моему, меня то ли тоже подбил немножко, но это не так страшно. Так, подожди. Иди сюда! Я тебя отомщу, падла! Два на одного, это нечестно. Это банда, опять меня убили. Это что такое? Какой у него ник? Ахмед 96.7. Ну даже другие игроки, я нормально. Да здорово, ёпта. Я не помню, кстати, я тебя убил или ты меня убил. Но мне насрать, мне главное ему отомстить. Да, главное вот этому Ахмеду отомстить. Потому что он собака. Иди сюда, ёпта. Я тебя отомщу, я тебя хотя бы один раз точно должен убить. Давай. Ладно. А, нет, он опять за мной бежит, да что такое, пацаны, нет, Стив, здорово, и смотри, собака опять за мной бежит. Он меня уже знает, то что я постоянно проигрываю ему. Но это на самом деле, он просто читер, он просто, ну, вообще собака. Никто так не поступает, все как-то... отваливают хотя бы через 20 минут, а он до конца будет идти. Он будет идти до конца, до своей цели просто. Это наемный убийца. Ему столько заплатили, то что он готов, блин, хоть вечность за мной бежать, блин. Без остановки, блин, без перерыва, блин. На обед, блин, вообще. Это бред какой-то. Этот Ахмед, он вообще офигел, блин. Он реально, вот если он меня встретит, мне, кстати, интересно, если я к нему просто подойду, хотя бы на расстояние, не знаю, 30 метров, и он меня заметит, то он что-нибудь сделает, или он на меня именно нападет. Смотря, конечно, какая обстановка у него будет, если на него, конечно, в этот момент нападут, то, скорее всего, вряд ли он на меня пойдет.
Так, опа. Опа! Собака, вот мы и встретились. Вот он первый, кстати, сделал удар. И опять я бегу. Почему ты, кстати, быстрее меня? Это очень странно, кстати, я тоже об этом подумал, потому что... А почему? И когда я подхожу к этому Ахмеду, он меня постоянно убивает. Заметили, как он меня сейчас убил? То есть я бегу быстрее него в два раза. Ну, наверное, на 80%. Но он все равно меня догоняет. Это немножечко подозрительно, если честно. Не, ребят, я хочу ему отомстить все-таки. Я вот кому-кому отомстить ему хочу. Потому что другие попрепехаются, и потом, может быть, один раз тебя встретят и еще раз убьют, там, я не знаю. А потом перестанут уже. Но он постоянно будет меня валить просто. Так, его тут нету. Ну, это странно. Ёпта! Убийца! На кухне! Свали отсюда, ёпта! Ты собак... Это что за... Боже мой, отстаньте от меня уже! Опять он напал на меня! Да вы что? Я ему сегодня точно отомщу. Но сейчас я хочу размяться с Кайварси. Погнали. Я ему сегодня точно отомщу. Иди сюда, я тебе лицо сейчас сломаю. А, у меня щита нету! У меня щита нету, у меня что-то... Так, Что происходит? Я играю сейчас в Skywars, и мы сейчас будем пробовать всех валить, потому что здесь реально будет сложно кого-нибудь убить, потому что, ну, я не знаю почему, если честно. Тут по разным этим самым моментам, да, сложно. Но, в принципе, с одной стороны легче, с другой нет, потому что вещи не одинаковые, у кого-то похуже, у кого-то пожестче, это понятное дело. Все-таки, я так объясняю, как будто Skywars мало кто играет, честное слово, да. Ладно, ой, чувак, лучник, это не очень хорошо. Окей, я, если что, буду бить всех, наверное, топором сначала, а потом уже бить мечом, потому что так лучше. Так. Ай-та. На. Ай. Да ты чё бьёшь так? Отстань. А, ты в смысле? Я просто похлопаю. Сейчас попробую себя в сплифе. Сейчас тоже покажу, как я умею как бы всякие дела делать, да, как копать под друг другу. А, тут надо... А тут можно и нажимать. Нет, тут нельзя нажимать. Тут надо именно яйцами кидать. Давайте я просто за каким-то чуваком буду двигать, чтобы он... Чтобы было хорошо. Так, невидимость тоже очень неплохо. Хотя бы никто яйц по этому месту не будет. Ага, блоки уже ломаются, потому что этот уровень уже... ну, типа, заканчивается срок действия свой. Ну, в этой ситуации мы просто наше... Это самое... Мы уже... Здесь наши полномочия все окончено. Просто вот так вот беру сейчас и падаю. Сейчас я прыжок. Опа! Видите, как круто? Так, ой-ой-ой. Опасно. Ой, а что я сделал? Что я его так скинул жестко прям? Большое яйцо использовал, что ли? Оу май! Идем отсюда. Бам! Жестко. Так, где мы тут будем, если мы так сделаем? Так, все, мы нормально там. В хорошем месте. Давайте, бац, есть. Здесь тоже яйцами. А что везде яйцами-то надо бить? Ну я, кстати, на первом месте. То ли по убийствам. Да, я по убийствам на первом месте, офигеть. На. Жестко. Не-не-не-не-не. Но-но-но. Бац. На-н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 а. Клики. Буду просто жестко кликать. Погнали. Ба-ба-ба-ба-ба. Ха-ха, упал, красавчик. Молодец, чувак, ты просто красавчик. Просто молодец. Так, вижу вот этого чувака. И бам, яйцо не попало, к сожалению, ни в кого. Блин, я упал. И получаю сейчас третье место. Так, ты в смысле? Сразу на два уровня. Вы что, издеваетесь, что ли? Что за подстава, блин? Так, давай, бац. Минус один есть. От меня, наверное. Я понял, это рандом. Это вообще... Блин, нет. Только это яйцо не используй на мне, пожалуйста. Человек. Быстро, кстати, там все ломается. Так, есть. Блин, я его почти вальнул. Но, к сожалению, почти. Блин, опять. Только четвертое место теперь. Давай. Упади в ямку. Упади, красавчик. Молодец просто. Мои заклятые враги, они сразу умирают. Просто всех валю. Просто это круто. Ой-ой-ой. Блин, я в дых упал.
Блин, я почему-то с каждым разом все ниже и ниже на местах. У меня есть супер коварный план. Сейчас я беру. У меня, короче, есть бумбер, кит. И сейчас будем, короче, все взрывать. Да, кого только можем. Хоть здесь и немного динамита, но все-таки, я думаю, нам этого хватит. Не, зачем строиться, если я могу сделать, знаете, какую махинацию интересную. Смотрите, вот так вот и... Бац! Упа... О, тихо, чуть я не упал. Чуть-чуть не упал, блин, жесть. Это было опасно, но все-таки я это сделал. Офигеть, у него скин, конечно, жесткий. Так, не-не-не. Отстань. Не-не-не, отстань. Отстань. Встань, пожалуйста. Не-не-не. А если он не дадут? У меня охранник личный появился. Он даже по мне не стреляет, если честно. Так, давайте я взорву ее. Кого-нибудь попробуем. Так, бу-бу-бу-бу-бу. Иди сюда. Да-да-да. Эй-эй-эй-эй-эй. А я взорву все. А я взорву. А я бомбану сейчас. Аллах Акбар. Нет, бежи, 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 бежи. Локи-блок тут, оказывается, есть. Я прям отлично вообще придумал. То есть я просто взял, взорвал. Давайте. Опа, уй-ба. О, не-не-не, не иди на меня. Не-не-не. Отстань, отстань, отстань. А-а-а-та-та-та, блин, капец. Нет, 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 давай, кушай, 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 пожалуйста, кушай уже, вали. Вали, вали, кушай. Так, тихо, у меня есть топор, я могу, в принципе, им вальнуть сейчас его. Он готов им стрелять жестко. Блин, я немножечко боюсь, если честно, на него нападать, потому что мало ли что у него есть. Пошел отсюда! А, ты в смысле? Я просто сквозь лед упал. Капец. И мы отбегаем, потому что сейчас взорвется вот эта штука. Наступил. Так, хорошо, у нас есть, кстати, кирка выпала, поэтому давайте еще вот это сломаем. Пока он к нам не пришел, этот человек опасный. Так, давайте, у меня есть зелье еда. На! На, я еще динамит! Капец, вот это лоханул тебя жестко, конечно. Так, у меня есть автоматический лук, я могу сейчас им... Блин, я его почти убил, конечно. Надеюсь, что он теперь будет меня бояться. Так, а вот этот чувак меня не боится пока что. Потому что... А, у него нет меча. Все, до свидания. Давай, гудбай назад, пока. Тихо, тихо, еще игроки. Блин, опасно. Так, нет, давайте, знаете, как мы сделаем. Так, давай. Блин, стрелы закончились. Жесть. Давайте всех, короче, валим. Кого только можем. Например, вот этого человека. Мы его валим. И у него такие же стрелы опасные. Взял и убежал собака. Но я ему не дам уйти. Я ему уйти не дам. Ой-ой-ой, ай-ай-ай-ай! У него там кто-то алмазник! Тут алмазник! Нет, пожалуйста, нет! Так, у меня есть Ender Pearl. Я могу сейчас на него напасть, в принципе, на этого чувака. Да, либо сохранить. В принципе, можно и на того напасть, но... Мне хочется именно вот на того напасть чувака. Так, что это за сундук? Это без ничего сундук. Так, он с какими вещами? В принципе, не важно. Давайте, погнали. Ёпта, давайте, погнали. Сейчас будем всех валить. Опа, давай. Ты. Я был уверен, что я сейчас убью. Блин, капец.